Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Валентина. Так как у нас начинается масленичная неделя с 4 марта по 10 марта, и все, конечно, будут выпекать и блинчики, и блины, всевозможные с начинками классические. Вот я сегодня хочу предложить вам не менее вкусные капустные блинчики с начинкой из белых грибов. Для моего рецепта блинчиков нужно 250 грамм белокочанной капусты. Кто не переносит запах капусты, бросьте в обычную корочку вот хлеба. Хлебушек этот уберет запах и не будет ощущать его. 2 яйца у меня куриные. Соль по вкусу, перчик молотый тоже по вкусу. 100 грамм муки, это получается 4 столовые ложки. Стакан воды 250 миллилитров и 1 столовая ложка масла растительного. Грибы для начинки и лук. Ну, давайте готовить. Капусту вот так режем на кусочки и блендером измельчаем ее на высокой скорости. Вот такая у нас красивая масса получается. Она должна постоять полчаса, пока мы жарим грибы. Поджариваем наши грибы до полуготовности. Потом добавим лук. Добавляем лук. Грибы наши готовы. Сковородку, где у нас жарились грибы, мы не моем. Берем и вот так накладываем. Ложечки вот такой вот и распределяем. Вот смотрите, какие красота у нас получилась. Капустные блинчики. Бесподобные. Вот у меня с этого набора получилось вот таких 10 блинов. Можно их так кушать. Они очень вкусные, так вот они. А можно и начинять. Что мы сейчас и сделаем. Капустные у нас блинчики готовы с начинкой, с грибами. Вот такие они красивые у нас получились и вкусные. Готовьте на здоровье. Спасибо за просмотр.